столице Грузии, пережившей сильнейшее наводнение, восстановительные работы не прекращались и этой ночью. Спасатели ведут поиски пропавших без вести. По уточненным данным, судьба 11 человек до сих пор неизвестна. Все силы брошены на очистку русла реки Веры, чтобы избежать нового наводнения. Есть опасность новых оползней. Минприроды Грузии сообщили, что наводнению способствовал именно масштабный скот грунта. По предварительным оценкам, в реку ушло около 1 000 000 кубометров горных пород.